привет! С вами проект I Like Pet. В этих роликах будем рассказывать вам о товарах для животных. Сегодня на примере посмотрим на пластиковый контейнер для переноски кошек. И разберем, какие у него есть плюсы и какие у него есть минусы, конкретно у этого. Пластиковые контейнеры являются одним из наиболее универсальных видов переносок животных, которые подходят для многих ситуаций. Но есть у них и существенные минусы. Этот контейнер хорошо подходит для перевозки одной кошки. У него достаточно прочные крепления и пластик довольно-таки неплохой. Еще есть плюсы. Кроме решетки, у него еще есть специальные вентиляционные отверстия, которые обеспечивают кошке приток воздуха. Но при этом внутри этой переноски довольно темно, и довольно уютно. То есть кошка не будет слишком сильно нервничать из-за того, что происходит вокруг, но и сможет смотреть и контролировать ситуацию. Цвет этой переноски не самый практичный, он мягкий, но такие пластиковые контейнеры продаются в различных вариантах и в различных дизайнах, различных размерах, поэтому всегда можно выбрать что-то свое. Он легкий, то есть с учетом веса кошки, конечно, он уже не будет таким легким, но все равно это удобнее, чем использовать металлическую клетку. В этот контейнер может поместиться, если кошка небольшая, например, игрушка какая-нибудь и мисочка с водой. И также здесь есть ручка для переноски. Она не самая эргономичная и не самая удобная. И есть вопросы, конечно, к тому, насколько надежно она крепится, но это можно проверить только если использовать эту переноску долгое время. Скорее всего, при аккуратном использовании именно вот такая переноска прослужит вам долго, но если вы собираетесь очень часто перевозить куда-то питомца на большие расстояния, возможно, следует подобрать что-то подороже или покрепче. Еще нужно обратить внимание на качество швов и креплений. Здесь они выполнены не самым идеальным образом, что тоже создает вопрос прочности конструкции и к ее долговечности. Ну, в общем, за свою цену это вполне приятный выбор. В зоомагазинах продаются переноски разных ценовых категорий, поэтому если вы очень редко используете такой аксессуар только для походов, например, к ветеринару, или только для перевозки кошки на дачу раз в полгода, или два раза в полгода, ну, в общем, не чаще, такие переноски, в общем, хороший вариант, не стоит тратить на них слишком большие деньги. С вами был проект I Like Pet. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До встречи!